В районе 2-3 лет тому назад я обнаружил организацию «Смысл эмоциональное объединение». В организации присутствует разделение на агитационную ячейку и радикальную. Организация расположена территориально на Украине. Я предпринял попытку вступить в радикальную ячейку организации. Я связался с координатором. Он выдал ряд заданий. Первое задание было сфотографировать, провести разведку на местности возле объектов, точки торговли, принадлежащие лицам неславянской внешности, в том же роде. Я это задание выполнил. Последующим заданием было провести уничтожение объекта. Способы были выборочны для каждого человека. Можно было провести поджог. Предполагался как самый простой. Либо, например, подрыв. Хотел выбрать себе цель. Подрыв мечети Барнаульской. Наша тема есть бинго.